Будь в России, выборы как в Украине. За кого голосовали бы? Я бы хотела, чтобы это было разумное, взвешенное решение. Вот, и чтобы привело, более спокойной и дружеской обстановке на Украине. Ну, наверное, за Зеленского, да, по-моему, так его зовут. Но не до Порошенко уже себя показал же. История-то понятна. Лучше уж кто-то новый, чем то, что уже было. Ни за кого бы не отдала бы, честное слово. Ни за Порошенко, ни за Зеленского. Но я думаю, что будет то же самое, что и Порошенко там руководил, что будет сейчас с Зеленским. Ну, не за Порошенко точно. Политика Порошенко известна, поэтому вряд ли кто-то из здравомыслящих россиян отдал бы за него голос. А Зеленский неизвестен. Ну, цирк устраивает, ну, клоунаду. Ну, зачем это политическое? Порошенко себя как бы изжил уже, понятно. Ну, а Зеленский... Ну, это не президент, это артист, в первую очередь. Ну, то есть нету кандидатов, из которых можно выбрать. Ни за первого, ни за второго. Мне кажется, что и Зеленский нужно ставить знак равно с Коломойским. А Коломойский навряд ли очень будет радеть за какие-то добрые отношения с Россией, если в этом не будет ему напрямую экономической выгоды. Мне как актеру более симпатичен Зеленский. Я понимаю, что там не очень большая разница, но просто как-то мне Порошенко просто по всем параметрам не нравится. Поэтому мне кажется, что все равно что-то за Зеленским нет никакого шлейфа чего-то, что у него есть возможность как-то все-таки чуть-чуть что-то по-новому запустить.